И снова здравствуйте, дорогие наши зрители и ученики, которые обучаются телесно-ориентированным практикам, а особенно массажисты. Я вас так люблю, именно эта профессия, потому что сам долгие годы проработал массажистом. Сейчас хочу поделиться еще одним лайфхаком, таким секретиком небольшим, как снять напряжение с пяток и с икр у человека. Это полезно для тех, кто большие, грузные люди, тяжелые, такие тяжеловесы, толстяки, которые часто ходят на ногах. Ну, может, работа такая, может быть, обувь неудобная, может, еще что-то. И у них часто болят пятки именно. Это не шпора, не пугайтесь, шпора находится по центру. Ее можно промять пальцем и, в принципе, почувствовать, есть она или нет. Шпора достаточно, ну это понятно, это люди об этом обычно знают, да, но скорее всего это болят вот эти вот мышцы, это икры забиты, да, и вот середина бедер тоже вот побаливает у таких людей. Как правило, массажных наших приемов иногда бывает недостаточно для приведения к должному эффекту, к расслаблению, поэтому я хочу вам подсказать, чтобы вы имели в своем арсенале вот такие вот бамбуковые веники. Они очень хорошо стимулируют поверхностные слои кожи, пробивая и давая энергию достаточно глубоко. Поэтому прорабатываем пяточки разными приемами икры. Ну, работа тут простая. То есть мы не делаем в прямом смысле массаж вениками, да, полностью всего тела. Ну, это как отдельная процедура у вас может быть, да? Но в данном случае это просто небольшая помощь для большей релаксации. Люди прямо мне потом говорят, что сразу пошло облегчение, сразу мышцы расслабились. Так мы бьем вениками. Коротко просто скажу. Во-первых, никогда кончиками, видите, я по человеку не задеваю. Это больно и царапает. Бьем середину веника. Либо держа его за ручку, за краешек, либо, если хотите поплотнее, чтобы он был, да, можно повыше держать, и еще и пальцем вот придавливать, чтобы плотнее было. Проходим по икрам, любым способом, ягодицам и бедрам вместе, поочередно, по пяткам и по стопам. Если хотите, чтобы удар был сильнее и мощнее, можно их соединить. Вот так вот два веника, да, и серединкой вот этого соединения пробить, простучать. Тема достаточно приятная и эффективная. И в конце не забудьте снять напряжение, вот так немножко расправив эти венички. И проведя мягко и ласково по человеку, сбросив с него всю отрицательную энергетику. Так что рекомендую в вашем арсенале использовать вот такие вот самурайские приемы.